Служба Родине стала для меня частью жизни. Если бы мой родной край оказался бы в опасности, я вновь, не раздумывая, встал бы на его защиту. Камит Туембеков, гвардии капитан, минометчик. Мой отец с первых дней войны служил командиром минометного расчета, а закончил в звании капитана гвардии. Детям о войне он не рассказывал, но про события той поры я знаю из его личного дела. Вот одна из записей наградного листа. Находясь в окружении 10 ноября 1943 года под действием батареи Туембекова-К в районе деревни Войтово, противник был смят и кольцо окружения прорвано и ликвидировано. При этом противник потерял 40 солдат убитыми, уничтожено 2 пулемета. Прямым попаданием выведен из строя расчет тяжелой самоходной артиллерийской установки «Фердинанд». За проявленное мужество командир 2-й батареи 408-го минометного полка лейтенант Туембеков-К награжден орденом «Отечественная война первой степени». Арстанбек Туембеков, сын Камита Туембекова, город Нур-Султан.